солнечный лук или волк за окном. Давным-давно, когда большую часть города Яранска занимал высокий лес, где березы болтались с молодыми дубками, а шкодливые зайцы выбивали дробь по деревьям и тем самым будили сов после ночной охоты, случилось вот что. На территории современной государственной школы уже тогда стояла избушка, в которой располагалась школа «Солнечный лук». Там детей учили разным премудростям. В один из дней пришел из леса волк и начал заглядывать в окна школы. Вместо того, чтобы испугаться и прогнать хищника, школьники решили показать ему, как весело и интересно жить в их мире. Маленькая Маша, любительница животных, предложила создать оконное шоу, и ребята вместе с родителями заполнили подоконники разнообразными игрушками животных. Витя, участник театрального кружка, предложил устроить театр лесных историй. Дети подготовили небольшие представления с использованием масок, костюмов и кукол зверей, рассказывающие о дружбе лесных обитателей и людей. Так началась история о большой дружбе ребят и жителей леса. Таким образом, учащиеся Солнечного луга не только решили проблему с волком, но и организовали уникальные образовательные и развлекательные мероприятия. А еще ребята постигли важный урок. Дружба и творчество способны преобразить мир. Они выручают даже в самых неожиданных ситуациях. Годы идут. На месте старой школы сейчас стоит другая, современная. Но там также с большой любовью учат детей, строят будущее, опираясь на опыт прошлых лет.